Всем доброго времени суток. Здравствуйте. Этот видеоотзыв посвящен тренингу Павла Колесова «Муза для любимого». С чего начать? У меня очень много впечатлений, и до сих пор жизнь меняется постоянно благодаря тренингу. У меня полностью перестроилось отношение к внешнему миру, вообще к моему положению женщины в этом мире. Я осознала, какова сила в женской слабости, в приятии, в позволении ухаживания за собой и начала активно использовать это в жизни. И произошло большое количество очень приятных, так сказать, результатов, несмотря на то, что я прохожу тренинг только, ну сколько, 2 недели, 2,5 недели. У меня уже большие сдвижки даже на работе, ко мне относятся совершенно по-другому, все окружающие и просто готовы, так сказать, делать для меня все, что я хочу, даже не приходится просить особо, уже все сами предлагают, все само как-то получается с легкостью, крайне приятно, много новых предложений. Много новых заказов, все стало приходить куда проще. Мой молодой человек просто не может поверить, что произошло. Он выглядит безумно счастливым, и пока что просто пытаюсь контролировать его, все его новые эмоции и выдавать понемногу все то, что Павел нам рассказал и чему научил. А также изменилось мое ощущение внутри меня, отношения с родителями, самой собой. Я начала принимать женственность, поменялись приоритеты в жизни. Я стала счастливее, стала расслабленнее, намного успокоилась. В общем, просто жизнь становится радостнее. Скажем так. Спасибо большое, я всем рекомендую. Всем рекомендую попробовать, всем рекомендую изучить и попрактиковать. Очень много действенных техник, очень много работы с собой, но результаты действительно того стоят и приходят крайне быстро. Спасибо большое за внимание.